Side by Side. Диана Анкудинова и Брэндон Стоун. Реакция. Ребята, всем огромный привет. С вами преподаватель вокала Орлеана. Орлеана. Друзья мои, сегодня мы с вами посмотрим совершенно новую новинку. Как же так я сказала? От Дианы Анкудиновой и Брэндона Стоуна. Давайте сразу будем наблюдать. Погнали. Дорогой друг, а если ты первый раз на моем канале и тебе нравится смотреть реакции на классных вокалистов, то не забудь подписаться на канал. Tell me again how much I mean for you. You are the reason why my dreams came true. Мне сначала показалось, что видео как-то недостаточно свет. Вот прямо так, как у меня сегодня, видите. Видите, тут даже тени настоящие. Ламповый свет у нас сегодня. Хочется прямо вот посмотреть от начала и до конца. Опять вот это вот погружение такое в музыку, глубокое, что ли, да, как можно это назвать. Такое ощущение, что это какая-то вот, знаете, такая атмосферная, да, песня. Кстати, я первый раз слушаю, как поет Брэндон Стоун. И вот очень классный у него тоже тембр, очень прикольный. Я пока не расслышала какую-то индивидуальность особую, но думаю, что сейчас со второй фразы к концу песни я уже точно ее определю. Так интересно, мне вот освещение этого видео очень как-то удивляет. Мне почему-то мне не хватает света. Почему-то не хватает света, ну ладно. Can we love again, if the heart is broken? А вот сейчас хватает. Вот так вот, понимаете? Так оно и разрешается. То есть нам кажется, что вот чего-то не хватает, а потом на самом деле это просто задумка авторов. Так они решили сделать, чтобы показать некое развитие в картинке даже. Очень классно, кстати, сочетаются голоса Брэндона Стоуна и Дианы Анкудиновой. Как-то совершенно удивительно. У него такой теноровый тембр, высокий, светлый, да, мужской голос. У Дианы низкий, женский. Казалось бы, это немножко странное сочетание. Ну, как бы не очень как будто бы естественное. Но у них это сочетается совершенно потрясающе. Круто. Цвета бело-черный. Вот то, что мы с вами видели в совместном проекте у них на видео What a Wonderful World, да, вот эта вот песня известная, которую они записывали, там тоже, если вы запомнили, Диана была в белом костюме, Брэндон, по-моему, в черном смокинге, и весь антураж был черно-белый. И вот здесь мы тоже сейчас с вами наблюдаем черно-белое. Наверное, это какой-то тренд. Опять же, кто создает тренды? Да? Люди, которых смотрят, за которыми наблюдают, они и создают тренды. Поэтому, может быть, Дианы и Брэндон Стоун как раз вот сейчас и создают этот тренд. Мне очень нравится, как-то очень приятно ложится эта музыка на слух. И вокал сочетается интересно, как-то вот все очень гармонично и расслабляюще. Да? Вот такая вот какая-то магия идет от песни. Can we love again, forever side by side? Как красиво еще у них в интервалы не поют, да, в двуголосе. Здоровско. Очень красиво, очень красиво. Side by side. Вау, сейчас будет меняться картинка. Очень красиво. Мне прям нравится вот это вот сочетание. Не знаю. Расскажите, ребята, в комментариях, как, кто знает, да, как вообще Диана Анкудинова и Брэндон Стоун
сошлись в творчестве, да, и как они вообще стали записывать вместе музыку, да, как они стали вместе творить. А сейчас будет Мочилова, я так понимаю. Поменялся фон. Ну, цвета не поменялись, да, черно-белое осталось. Поменялось там, Брэндон сменил образ. И Брэндон сейчас поет с более сильным натяжением, да, уже с такой сильной подачей, даже где-то белтингом. Как интересно, да, у Дианы такая еще подача, да, с ее вот этим вот, ну, таким, вот, конечно, здесь слегка глуховато звучит, слегка, но, с другой стороны, опять же, это фишка, да. Ну, сам вот я имею в виду голос, немножко как-то глухоца какая-то. Но с другой стороны, почему бы и нет? Вот если звучит, если это необычно и причем цепляюще, то это классно. Наверное, здесь тоже, знаете, ребят, такой немножко тренд как бы на минимализм, да? Не минимализм в музыке, потому что в музыке они очень много, и мелизмы используют, да, и подачу, и широкий диапазон здесь все. Вот я на картинку все время смотрю, и ну, это такой вот всеобщий тренд. Да, интересно. Конечно, у Дианы здесь она немножко как бы поменяла сейчас образ, да, то есть у нее был такой образ, ориентированный на Россию, да, на российского зрителя, на... Здесь Диана немножечко в сторону Запада уже ушла. Любой артист ведь имеет право на то, чтобы искать себя, искать какую-то фишку, да, какой-то свой стиль. И не только в пении, но и в образе, в том, как это выглядит. We will love again. Такая классика, да, классика, причем песня, напоминающая, сейчас даже кого бы сказать, это какой-то как будто бы саундтрек к фильму про любовь. Сам образ песни, он какой-то вот такой вдохновляющий, заряжающий, что ли, да. Интересно, кстати, да, у них локации поменялись. Вот, вот эта локация сзади, где зеленый фон с цветами декоративными. И опять же, зеленый фон, но они черно-белые, да, они в черно-белом остались. Side by side, как бок о бок, да. Какой-то немножко антураж, как будто бы это про любовь, про там, да, про отношения. Вспоминаешь какого-нибудь Энрике Иглесиаса, который и с Кристиной Агилерой, и с любыми другими вокалистами, да, он споет так, как будто ты поверишь, что они действительно в отношениях, они действительно пара, они друг друга любят там, хотя на самом деле это не так, они просто на сцене, да, играют этот образ. И вот здесь почему-то я не верю, но это чисто мое. Но, может быть, это и не... Ну, опять же, бок о бок о чем там, да, бок о бок. Я думаю, что все-таки это про отношения какие-то. Ладно, может быть, я ошибаюсь, ребята. Это же, опять же, это просто реакция, да, почему я сразу должна вам... Надо подумать вообще, сначала все увидеть, а я уже говорю. Ладно, хватит. Давайте слушать песню. Красивое сочетание. Такая эстрадная классика, да, примерно, наверное, классика 90-х, 2000-х годов по музыке, вот мне напоминает, да? Ну, типа, знаете кто? Listen to your heart, and with... Roxette, вот что-то вот такое, да? Что-то жизнеутверждающее, такое вот широкое, с такой, с таким посылом, ну вот. Forever side by side. Хотя это, я сейчас, ребята, говорю совершенно не к тому, что там это какой-то похоже на плагиат, на что-то там совсем, да, взятое откуда-то. Нет, по стилю, только про стиль говорю, потому что многие же исполнители
поют примерно в одном стиле, играют, да, пишут музыку, и они, ну, относительно похожи. Вот мой такой классифицирующий ум, он сразу же пытается найти аналогию, да, ассоциацию, с чем же это может быть. Потому что это, хоть это звучит современно, да, но это, ну, такая как бы уже классика все-таки. Не сказать, что это прям супер что-то новое, новейшее, да, по звучанию. Ну да, такая американский такой немножко посыл, да, американская музыка, вот именно оттуда вот эта вот какая-то культура звука, культура поведения на сцене, да, ну вот в кадре такая с подачей, с посылом, с энергией, с немножко с такой как бы, ну как это назвать-то, не агрессией, да, а в хорошем смысле, да, такой огненностью, огнем в глазах, в движениях. Да, красиво. И такой, да, сзади хор включился, да, многоголосие, мы слышим какую-то поддержку. Я не знаю, может быть, это действительно хор записано. Может быть, просто Диана и Брэндон записали много-много голосов. И как бы звучание, как будто там хор. Ну, классно, мне нравится. Да, по стилю ребята похожи на что-то, но по саунду, как бы вам это объяснить? Вот посыл, да, аранжировка, то, как музыка располагается, и вот сам стиль, это что-то классическое. А вот именно наполнение, то, какими инструментами будут заполнять эту аранжировку, какие будут примочки, всякие призвуки, ведь музыка и техника, она постоянно развивается, ну, не музыка, а музыкальная техника, она постоянно развивается, и, соответственно, появляются все новые краски, да, электронные. И несмотря на то, что вроде бы стиль уже нам знаком такой, но сам саунд, да, то есть сочетание вот этих разноплановых звуков, которые совершенно новые, они дают нечто новое ощущение, какую-то новую краску. Сейчас мне напомнило чем-то даже по стилю, господи, это какой-то world music. Это какой-то world music, который вот у всех исполнителей по чуть-чуть присутствует. И очень прикольная фишка действительно, что они прописали целый хор. То есть в бэк-вокале, в бэках, да, у них там огромное прям наслоение голосов. Очень классно. А вот, ребята, вспомнила я, кого мне это напоминает? Майкл Болтон. Вот, по стилю это прям Майкл Болтон. По голосу, кстати, ребята, мне очень понравился, как поет Брэндон Стоун. Я вот уже еще раз скажу, да, что я ни разу его не слышала. Ну, опять же, фирмовый звук, крутой, как бы суперпрофессионал. Это слышно, что человек, ну, всю жизнь в музыке, всю жизнь в вокале, и там все безупречно, да. Но вот меня очень сильно удивило, очень порадовало вот это сочетание голосов Брэндона Стоуна и Дианы Анкудиновой. Ну, такое свеженькое, да, свеженькая музыка, немного другая, не совсем тот стиль, который мы слышим, привыкли слышать от Дианы. Ну, это же и хорошо. Эти замечательные артисты показывают нам все время разные стили и разные краски, разные возможности свои открывают. Мне песня понравилась, классно, творчество хорошее, очень качественно спета, сыграна, красивая картинка, в нескольких локациях снята, очень благородно звучит и смотрится, да, такое классное сочетание этого, как мы сейчас говорим, продукта. И, в общем, супер-супер. Поздравляю, это классная находка. Если вам видео понравилось, поделитесь, пожалуйста, им со своими друзьями в социальных сетях. Это помогает развитию канала.
И также приходите на премьеры новых видео. Будем продолжать смотреть классных вокалистов. Все, дорогие друзья, и до следующего интересного видео на моем канале. Пока-пока!